Ребятушки, всем приветик! Сегодня 16 августа, и я проведу обзор со своими излишками комнатных растений, которые я высылаю по почте по всей России. Номер телефона закреплю в комментариях. Пишите на Viber или WhatsApp. Звонить нежелательно. Пишите, либо отправляйте голосовые сообщения. Начнем с фикусов. Продаю взрослые экземпляры, некоторые фикусы, потому что не хватает места. И есть у меня одинаковые дублики. Покажу поподробнее сорта. Давайте начнем с экзотики. Фокус настраиваю. Вот такой пушистенький экземплярчик фикуса экзотика. Продается с горшочком. У нас сегодня очень солнечно, очень жарко. 26 градусов по прогнозу, но у меня здесь на балконе 35. Жара вот такая. Очень красиво и солнечно получается на видео. Далее это фикус кинки. Он у меня взрослый. Ему лет, наверное, не знаю, может быть, 9. Тоже его продаю. Вот такой ствол. Переплетенный. Красавец. Далее вот такой фикус дегантель. Этот красавец редкий из бенджаминов. Вот такой пестренький, беленький. Года 3 этому экземпляру. Продаю его, так как у меня есть еще несколько дубликов. А места-то не хватает на всех, поэтому приходится продавать. Очень жалко, очень красивый и по цене дорогой. Цена в тысячах. Не в одной тысяче, даже не в двух, а больше. Цены здесь не пишу, не сообщаю. Только в личных сообщениях на Вайбере или в WhatsApp. Не стесняйтесь, пишите. Я не кусаюсь. Некоторые стесняются писать. Пишите, я цену вам напишу. Если нужно, фото или видео дополнительное пришлю. Если вас что-то не устроит, то, конечно же, селом никого не заставляю покупать. Просто предлагаю свои излишки по своим ценам. Далее это фикус Golden King. Вот такой красавчик тоже. С крупными листьями. Есть у меня еще один экземпляр, поэтому продаю этот дубль. Далее это фикус Даниэль. Возможно, здесь на солнышке вы как раз и рассмотрите всю красоту его листьев. Потому что очень редко получается этого красавца сфокусировать. У него глянцевые, темно-темно-зеленые листья. Вот так вот вымахал он за 2 года, этот двухлетний экземпляр, саженец. Мне прям даже как-то его жалко уже стало продавать, но у меня есть еще такой же, в 2 раза больше, стоит на окне, еле умещается, места нету совсем, поэтому я его продаю. И не по особо дорогой цене, поэтому спешите, пока есть время, пока лето, вот такой шикарный экземпляр себе приобрести в коллекцию. Готовый уже. Останется только пересадить в горшок. Вот такой вот красавчик. Далее это у меня будут абутилоны. Абутилоны Белоснежка, Желтый Лютик и Мегапотамский. Продаю их по распродаже. Особенно Белоснежка, белые цветочки белоснежные. У меня очень много саженцев. Вот таких вот просто шикарнейших. Некоторых уже годовалых. И я продаю их по распродаже недорого. В 2 раза дешевле, чем были по цене. Обращайтесь. Посмотрите в интернете, как цветут абутилоны Белоснежка, Желтый Лютик и Мегапотамский. Сюда пронесла только вот всего лишь несколько саженцев. У меня их очень много. Штук, наверное, не знаю, может быть, 30, а то и больше. Просто места не хватает. Поэтому именно абутилончики у меня
в этом месяце по распродаже будут. Вот такой фикус Twilight. Забыла показать. Взрослый экземпляр. Я тоже его продаю. Вот такой красавец. Дополнительное фото, конечно же, я пришлю. Я извиняюсь, у меня голос хрипит. Фикус Twilight. И вот такой еще фикус Golden Monic. Тоже продаю полностью с горшком. Не знаю, где лучше видно, потому что я вообще очень плохо вижу на солнце. У меня отсвечивает в камере. Вот такой вот красавец с волнистыми листьями. Продаю его целиком и полностью с горшком. Вот такие деревья, выращенные мной, продаются. Далее продаю вот такого красавца бересклет вместе с горшком. Пушистый такой кустик с глянцевыми листочками, очень красивыми. Декоративное растение будет украшать ваш интерьер. На солнышке очень красиво смотрится. Это я привозила из Сочи и сажала черенками, там несколько штук. Вырастила вот такого красавца. Теперь немножко у меня поменялись вкусы на растения. Приходится некоторые растюшки продавать, покупать себе что-то новое. Потому что место, конечно же, не резиновое. Было бы место, был бы у меня огромный домище. Я бы все эти растения оставила, растила бы их метровыми, заплетала бы в косу. Там вот можно потом все это переплести. Очень красиво будет. Но у меня совсем-совсем не хватает места. Растений очень много. Далее я покажу вам хойки, которые у меня есть в излишках. Их совсем немного уже осталось. Все разобрали. Это хоя латифолия. Вот такая красота. Посадила себе дублик от своего растения. А он вымахал, разросся. Листья у нее очень крупные, у этого сорта. Доходит примерно до 20 сантиметров в длину. Это вот у меня еще совсем малышка. Будет расти и развиваться. Не знаю, где лучше видно. Попробую сюда тоже поставить. Может, здесь лучше будет. Потому что я в камеру, еще раз говорю, практически ничего не вижу, мне отсвечивает. Вот такая красота. У меня у взрослого растения есть листья почти 20 сантиметров. Может, сантиметров 18 у самого большого, у самого крупного. Это не у всех, конечно, листьев. У некоторых, которые развивались в солнечную погоду с удобрениями, они растут очень крупными. Кто любит таких вот слоников с крупными листьями, пожалуйста, обращайтесь. Цена, конечно, в тысячах, но допустимая. Не шибко дорого. Следующая хойка — это хоя Коньяку Мариана. Вот такие у нее интересные листочки. Тоже продаю ее полностью с горшочком. Так как у меня любовь к ней остыла. И я уже приобретаю другие сорта, которые мне нравятся. Она хорошенькая, симпатичная, ничего не скажешь. Но вот она мне разонравилась. И поэтому я ее продаю с горшочком. Горшочек маленький, аккуратненький, 300-граммовый. Следующая хойка, которая у меня в излишках, это хоя обскура. Продаю ее целиком. Она большая, огромнейшая. Либо могу срезать череночки на срез. Это вот она здесь висит, ее размер не передается. Она беспроблемная, он с цветоносами даже. Вот цветонос. Очень она цветливая, но в этом году я ее поставила в уголок, потому что растений очень много, места всем не хватает.
пока не цвела она у меня. Возможно, я ее когда переставлю осенью, если не продам на окно, там зацветет. После летнего содержания балконного вот такая красота. Здесь и не передается оттенок полностью. У нее листья насыщенно зеленые. И загорает она. Коричневой немножко становятся листочки на солнышке. Далее я покажу вам череночки фикусов, которые у меня свободны к продаже. Их осталось не очень много, но еще все же есть. Вот фикус букле, саженцы, давно укорененные. Есть еще на стеллаже несколько, сюда все не умещаются. Далее это фикус дельтовидный Groove Leaves. Вот такой интересный. Листочки интересной формы. И на обратной стороне они желтые. В черную точку немного просыпала. Не страшно. И фикусы Ригидан. Есть еще на стеллаже тоже саженцы. Здесь не все. И вот такой один саженец фикуса Аурея. Его я могу продать без горшка. Далее у меня будут укорененные саженцы эпипремному пенатум. Зеленая форма. Во взрослом состоянии их листочки достигают 30 сантиметров. И будут резными, как у монстырки. Три саженца у меня осталось с шикарными корнями. Пожалуйста, обращайтесь, кого интересуют ароидные эпипремнумы. Очень красиво будет смотреться на опоре. И аукуба. Саженец аукуба, привезенный из Сочи. Я продаю без горшка. Вот такой яркий, красивый. А также эпипремнум есть вариегатной формы. Листочки с вариегатностью. Не особо хочется на балкон его нести. Вот здесь стоит у меня в зале. Листочки у него с вариегатностью тоже у меня на продажу. И высота его достигает где-то 80 сантиметров. Тоже идет в излишках на продажу. Саженец гибискуса мутабилис. Желтый, махровый, привезенный из Сочи. Давно укорененный саженец. Есть еще один. Вот такой вот шикарный, хорошенький. Продается. Пеларгонии. Очень мало осталось пеларгоний. Одного сорта. Вот Вектис Роза Бут. Цветы пионовидные, красные. С салатово-белой серединкой. И есть еще этого же сорта. Несколько черенков в воде укорененных. Теперь покажу, что могу предложить на срез. Вот такая традисканция. Это не сеткриазии пурпурная, очень похожа на нее. Но это традисканция с широкими листьями. Сортовая, с темно-фиолетовыми. Есть у меня два череночка. Вот такой примерно будет на срез. И вот такой один. В общем-то, две штучки в излишках. Вот так еще попробую показать. Может, здесь лучше видно. Сеткриазия пурпурная, варигатная. Один черенок есть лишний, вот такой. Могу срезать, так как будет разрастаться еще, будет до октября здесь висеть у меня. Поэтому я его уронила, но удачно. Дальше я предлагаю корису. Корису мою лохматушку, которая растет не по дням, а по часам. На срез череночки. Очень-очень много. Комнатная слива. Второе ее название. Заодно хочу показать, как у меня цветет сортовая пеларгония. Пак Вива Моделина. Очень быстренько покажу, чтобы отдельный обзор не делать. Вот такая красота. Череночков нету лишних.
Вообще пеларгонии почти все разобрали у меня. Пока еще есть возможность предложить шлюмбергеру декабрист. Белая и желтая в одном горшке перепутаны. Попасться может любая. Желтая сортовая, очень красивая, темно-желтая такая. Пока еще могу срезать, потому что потом она уже будет в сентябре-октябре готовиться. Ну, в октябре, наверное, к цветению. Далее я предлагаю молочай Эмиля сортовые, крупноцветковые, крупнолистовые, очень-очень крупные листья. Размер камер, наверное, не передаст. И цветы крупные тоже, сантиметров 6 в диаметре. Расцветки белые, розово-салатовая и алая. Далее предлагаю царапигию, мою красотку варигатную. Очень она у меня разрослась в этом году. Прям такая вся длиннющая. Вот так я ее уже пустила по горшку с замиокулькасом, потому что она уже легла на пол. Очень длинная стала. И есть череночки на срез, но не дешевая. Так, попробую сфокусировать. Предлагаю на срез царапигию Сандерсона. Вон там цветочек цветет. Сейчас один вроде только остался. Была целая куча цветов. Такие у нее листочки. Интересно, здесь у меня джунгли. Все друг на дружке. Вот такие у царапигии листочки. Есть череночки на срез. И, конечно же, я забыла вам предложить вот такой плющ хидера. Он у меня огромнейший в горшке. Вот такой зеленый, сочный. Продаю весь, целиком и полностью, с горшком. Очень красивый. Видео дополнительное пришлю. Здесь только половина видно в кадре. Вытаскивать сейчас не особо хочется мне. Либо череночки на срез. Есть еще череночки вот такого плюща на срез. Крупного. Тоже зеленого. Пеларгоша у меня сортовая зацветает. Фиолетовая. Плющелистная. Пришла на кухню. Могу предложить на срез традисканцию Сила Монтана. Вот такую пушистенькую красотку. И буду, пожалуй, наверное, на этом заканчивать свое видео с излишками. Пишите на Вайбер или WhatsApp, не стесняйтесь. Я оставлю свои данные, номер телефона в комментариях. Я живу в городе Чебоксары, Чувашская Республика. Пересылаю свои растения по всей России, в любой город. Все вопросы обсуждаются в личных сообщениях. Пишите. Всем желаю всего хорошего. До свидания.